Так где эти проклятые штаны? Не тут, не тут. Ничего не могу понять. Мне только что звонила база и сказала, чтобы я срочно отправлялся на работу, потому что там какой-то срочный вызов. А Катя ушла на учебу. Но перед этим она здесь делала какую-то уборку и положила куда-то мои штаны в другое место. Я сейчас вообще не имею предположения, где они могут находиться. На кухне, на улице. Перчик! Штаны мои случайно не видел? Ага. Вот ставь лайкусик на этот ролик, если у тебя хотя бы один раз такое бывало, то что мама твоя там или бабушка убиралась в твоей комнате, и ты положил свою вещь куда-то на одно место, потом после уборки пришел, и этой вещи вообще уже нет. Вот и у меня так. Я мой телефон могу положить на тумбочку, мама придет поубирается, и через день он уже где-то в Таджикистане будет. Вот напиши в комментах, было ли у тебя хоть раз уже такое. Я не знаю, где искать мои вещи. Здесь ничего нет, здесь тоже ничего нет, здесь ничего нет. Я... Она стираться поставила, у меня только одни штаны. У меня только одни штаны. Костюм Человека-паука у меня тоже грязный, штаны грязные, я в труханах сижу. Вот прямо сейчас я записываю ролик в труханах. Ну, люди, которые смотрят мой второй канал, они знают то, что я часто записываю влоги в трусах. А сейчас не только влоги, сейчас и ролик на основной канал в трусах записываю. И в этот момент я принял решение выключить веб-камеру. Ведь я не хочу, чтобы у большинства людей после этого ролика появилось психическое расстройство. Видеть Майнкрафтера без штанов в одних трусах на протяжении 20 минут, это еще то зрелище. Давайте мы все дружно напишем в комментах и попросим Катюху, чтобы она до следующей серии постирала мне штаны. Чтобы я в следующем ролике наконец-то включил вебку. Ну, потому что так не делается, Катюха. Потому что Катя не спросила и поставила стираться мои штаны. А что мне еще? База вызывает. Да, база, да, я скоро буду. Ага, привет, отбой. А что мне делать-то? Может, я по дороге забегу куда-то штаны себе хотя бы куплю, потому что у меня срочное задание. Я как бы город спасаю, я большой молодец, то что я Человек-паук, но я на своей официальной работе полицейского уже давным-давно не был. И надо бы ее уже посетить, а то меня скоро уволят. Да, у меня в инвентаре есть костюм Человека-паука, но в первую очередь я уже его месяц не стирал. Так, может, у Анатолия? Анатолий, я его уже месяц не стирал, это раз! И два, я как бы тоже не могу разъезжать по улице в костюме Человека-паука. Сейчас приду на работу, начальник меня просто уволит. Анатолий, здорово. Это твой постоянный клиент? Я этого мужика одноглазого постоянно здесь вижу. Ребят, пожалуйста, ну хорошо, что здесь только мужики. Поймите меня тоже, пожалуйста. Пипедастром я тоже светить не очень сильно хочу и не очень сильно люблю. Пацаны, одолжите штаны кто-то. Я, ну кивнул же, Анатолий, ну одолжи штаны. Ну хотя бы фартух какой-то, я не знаю, ну пацаны, ну выручайте, ну на работу начальник вызывает, я не знаю, что делать, реально в труханах туда ехать, да уволят же к чертовой бабушке. Полиция, понимаешь, полиция. Ай, ладно, Анатолий, дай хотя бы кофеечка. Опа, вот так. Спасибо, Анатолий, спасибо, всем пока. Не жопа. Мне на работе точно жопа, начальник меня просто и укокошит. Ну ладно, лучше я так появлюсь на работе, нежели вообще не появлюсь. Если не появлюсь, тогда меня 100% уволят. Если появлюсь в труханах, то может просто подумают, что я с ума сошел, я не знаю. Я просто зайду, как будто ни в чем не бывало. Ну, все нормально, да, хожу, свечу голой жопой. Полин! Пока начальник не видит, Полин, помоги, привет, да ты не видишь, я в труханах от них хожу. Дай мне штаны хотя бы, я не знаю, что у тебя здесь так темно, как будто в жопе у мамонта, включи свет какой-то. Полин, выручай, пожалуйста, пока начальник не увидел. У меня ничего нет, ну хотя бы что-то, чем-то прикрыться, кроме чего. Да давай, да быстро давай. Полин, выручай, пожалуйста, моей любимой юбки. Юбки. Ладно, у меня выхода нет. Кинь, я примерю. По размеру, думаю, подойдет. Да, без разницы, давай сюда. Ну не, аж бомжара на меня криво как-то посмотрел. Не, Полина, я уже лучше реально в труханах пойду. Держи свою юбку, если меня начальник сейчас увидит в труханах, он хотя бы поймет, да, то, что я мужик. Если я приду в юбке, уху, нет, там мне точно влетит. Все, спасибо большое тебе, Полинка. Возьми, а то уволят. Да, если я приду туда в юбке, тогда 100% меня уволят. Спасибо большое тебе, Полин. Здравия желаю, генерал-майор, начальник Васильев, здравия желаю. Разборки. Вот из-за этого меня вызывали, да? Что за дичь, почему ты пришел в трусах?
Генерал-майор, начальник Васильев, у меня такая проблема, понимаете? На улице шел, бабушка тоже шла, из огорода, как собака, вурдалак такой двухметровый выскочил, на бабку накинулся, я такой: бабку не трогать, собачора блохастая, как с голыми руками, как набросился, вурдалак этого за кишки взял, просто откинул, вурдалак, естественно, на меня набросился, короче, все труханые штаны мне разорвал, вот я, а там срочный вызов от базы был, я сразу же прибежал, поэтому начальник, там, короче, вообще жесть была, требую повышения, опасная у меня работа, вурдалаки всякие, пописяки, не увольняйте, пожалуйста. Сейчас я тебя понижу звание. Да не надо, пожалуйста, да зуб вам даю, вот погон вам свой даю, то, что, ну, подставили! Ну, давайте мы с вами как-то договоримся, но я не знаю, что я могу сделать, чтобы вы меня не увольняли. Ну поймите, ну реально. Ну Катюха постирала, ну. Ладно, прощу тебя. Спасибо большое вам, начальник генерал-майор Васильев. А это что за пописяка сидит с фингалом? Это вы ему уже прописали коронную двушечку с левой, да? Это он тебе прописал, да? Помоги расколоть бандита. Ща на раз, два, три, давайте. Что за проблема там? Он шлялся по улице с гопарями, мы следили за ними. Он не хочет говорить, что хотели ограбить. Эй, ты! Стоп! Да ничего я не хотел ограбить, я просто ходил по району и семки собирал. Валерон! Слышь, Валерон, ща мы тебя порешаем на раз, два, три! Быстро сказал! Я ща всю информацию из него выбью, вы можете уходить, в принципе, генерал-начальник майор. Слышь, Валерон, быстро сказал, что вы со своими шкетами там на улице шлялись, а? Семки, да, конечно, семки ты хотел собрать! Ничего не собирался грабить, ага. Знаю вас, гопарей, что один, что Валерон, я знаю, там еще Антоха есть, да? Антоха, знаю вот эту вашу банду гопарей. Валерон, Антоха и там еще кто-то последний есть. Как последнего зовут? Неважно! Быстро сказал, где братаны твои остальные! Давай быстро! Я не понимаю, о чем вы говорите. Слушай, ты быстро сказал, где остальные твои братаны. Быстро, где Антоха и где третий. Короче, хорошо, ща тогда мы будем играть плохого копа. Прошел за мной! Иди сюда! У нас в участке самый жесткий обезьянник, который может только быть. Иди сюда! Я тебе сейчас покажу. Зайди в камеру. Зайди. На секунду. Видишь? Он тоже колоться не хотел. Видишь? Скелет остался. Ага, дальше. Грабитель. Знаешь, сколько этот грабитель здесь уже сидит? Та фиг его знает, сколько он сидит. Я сам уже даже не помню. Один бомжара. Видишь, посидел даже. Когда его посадили, ему было лет 20. Сейчас он дедуган беззубый. А вот это... Ну, это, наверное, единственный нормальный вот этот бомж, который сидит. Это, короче, знаешь, за что мы его посадили? Он криптовалютой занимался, продавал всем вот эти биткоины, потом разорился, стал бомжом, я уже говорил в прошлой серии, стал бомжом, раскрутился, миллиардером стал, налоги не платил, вот мы его и повязали. Но так он хороший как бы человек, да? Просто то, что криптовалютный миллиардер-бомж. Не знаю, как это вообще. Миллиардер-бомж. Масло масляное какое-то. Короче, Шкет, делись давай инфой. Или я тебе сейчас мизинчик на левой ноге отрежу и скормлю его бомжу вот этому. Быстро за мной, передо мной, быстро пошел. Быстро сел. Начальник, сейчас все порешаем, я, короче, его сейчас раскалю. Давай быстро сказал, что вы со своими шкетами ограбить хотели, а? Сейчас, начальник, все порешаем. И не смотри на мои труханы, я знаю то, что они белые, не новые, не грязные. Надо было мне все же, наверное, юбку надеть. Мы просто хотели ограбить цветочный магазин возле башни Штаркса. Штаркса? Бабушки Штаркса. Может, Старка? Генерал-майор, начальник, разрешите обратиться. Короче, он хотел ограбить башню, что цветочный магазин. То есть, слушайте, а может его кенты вот эти уже в цветочном магазине? Майор, генерал-начальник, разрешите, пожалуйста, сразу отправиться в цветочный магазин и всех там порешать. Они, возможно, уже его ограбили, и, возможно, они прямо сейчас туда направляются. Жду приказа, капитан-майор, начальник, генерал, товарищ Васильев. Проверь обстановку. Спасибо большое. Это вам нож? Следите за ним. Если что, вы знаете, что с этим ножом делать. На колбасу его пустите. Угу. Полинка, спасибо большое тебе за помощь. Все, всем пока.
Так, нужно топать. Удачи, только штаны не забудь надеть. Ну, как-то в следующий раз. Если высохну до этого времени. Ага, все, я потопал. Так, цветочный магазин возле башни Старка. Башня Старка. Сейчас налево, и там цветочный магазин. Только я не знал то, что он здесь находится. Он, походу, только недавно открылся. Вот он. Сейчас здесь оставлю машину. Автобусная остановка здесь новая какая-то. Так, вот он. Флор мажор. Цветы и подарки. Флор мажор. Он реально только недавно открылся. Я забыл точно. Так, у меня в машине есть пистолет и несколько патронов. Так, как же я буду от габарита отбиваться? Так, они, походу, или здесь уже, или еще не пришли, я не знаю. Но, мне кажется, Валерон именно про этот цветочный магазин говорил. На счет три врываемся. Раз, два, три. Руки вверх, мордой в пол! Быстро лежать, быстро кинул биту на пол! Ни шагу больше, иначе мы ее порежаем! Не надо ее решать! Пацаны, давайте договоримся. Бошка. Тебя Бошка зовут? Это псевдоним, да? Мне кажется... Антоха, да? Ржавый. Миллион баксов и самолет до Дубаев, и тогда мы уйдем. Тогда миллион баксов. Какой... Слышь, Бошка и Ржавый, вы не офигели, какой миллион баксов? Сейчас, давайте мы все дружно с вами успокоимся. Отпустите девушку, пожалуйста. Она здесь точно ни при чем. Она открыла просто цветочный магазин. И лимузин к самолету. Лимузин к самолету. Миллион баксов. Самолет до Дубаев. И это вы два кента хотите за то, чтобы я вас просто отпустил? И чтобы вы не трогали эту мадмуазелю? Да за такую сумму я сам ее пристрелю. Если мне дадут... Ну, в смысле, я пошутил в этом. Если мне дадут самолет до Дубая, да я сам ограблю этот магазин. Вали, закрой дверь, и тогда три шага назад, иначе мы ее порешаем. Все! Так, сложный случай. Пацаны, давайте хотя бы самолет не до Дубая, а давайте маршрутку... Да подожди! Давай не самолет до Дубая, давай маршрутку до Воронежа, и мы договорились, хорошо? И вы отпускаете эту мадмуазель... Нет самолет. Ну хорошо, тогда я вам куплю билеты на самолет до Воронежа, хорошо? Иначе мы порешаем. Все, договорились? Самолет до Воронежа? Мне кажется, вас там рады будут видеть. Вам там самое место. Да, нет, быстро. А ты что скажешь? Тоже нет. Ну отпустите вы мадаму, а ну что вы как два пипедастра? Стрелять я не могу, потому что могу задеть ее. Ладно, тогда будем решать дела другим способом. Надеюсь, что меня никто не спалит. Я тогда отложу пистолет. Они же просто подростки, которые бабки хотят. И все, максимум. Зачем мне их убивать? Я их сейчас просто в обезьянник посажу и эту мадемуазелю освобожу. Что с ней делать будем? Я смотри, стоят. Так, я костюм не буду надевать, чтобы не спалиться. Просто несколько вам своих трюков продемонстрирую. Свидетели нам не нужны, пока не знаю, этот чел странный. Ржавый и Бошка, что-то знакомое на самом деле. Сейчас я их обездвижу, одного, второго, сейчас сломаю стекла, чтобы попасть в них, или вот может даже через вот это в него попаду. Обездвиживаю, они не могут шевелиться, я прыгаю, пу, вырубаю одного, пу-пу, ай, себя по носу стукнул. Второму профессиональную двойку коронную. И потом вывожу заложника. Но он свидетеля, мы их не оставляем. А то... Так, ладно. Раз. Два. Три. Пацаны! Здорово! Тебе! Здорово! Одного и второго! Я вас быстро вырубил. Быстро на улицу! Да выбегайте вы на улицу! Я знаю то, что вы перепуганы! Быстро на улицу! Сюда! Быстро! База вызывает! Пришлите кого-то на машине! База, вызовите эвакуатора, здесь небольшая авария, кто-то... База, вызовите два эвакуатора! База, мне кажется, база и пожарку вызовите, здесь... Генерал Васильев? Да остановитесь вы уже, остановите на ручник! Ручник дерните! Да дерните вы ручник, выйдите из машины! База, спасибо большое, оперативно как-то, я еще вот даже дозвониться не успел, вы уже высадили машину. Генерал Васильев, разрешите доложить? В здании, точнее в этом цветочном магазине, Ржавый и Бошка, это компаньоны, вот, как его там звали, Валерона, компаньоны Валерона, задержите их, пожалуйста, и отправьте в обезьянник, а я
А я потерпевшую домой отвезу, мне кажется, она напугана. Вы со мной, а вы генерал Васильев. Да, туда, в магазин. Быстро садись в машину, быстро, 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 быстро. Фух, вы как, нормально? С вами все нормально? Я могу психолога вызвать, если вам там крышу немножко двинуло. Спасибо большое, что спасли. Вика. А ну, посмотрите на меня. Вы знаете, вы похожи на одну мою знакомую. И тоже Вика звали, и прям внешне, ну почти точь в точь. Вы случайно на Ютубе ролики не снимаете и на Твиче не стримите? А параллельно бизнес цветочный. Нет. Хм, значит, совпадение. Куда вас везти? Скажите адрес, а сейчас быстренько долетим просто на моей ласточке. На мгновение просто, за секундочку долетим. Улица Яковле... Яков... Кого? Улица Яков... навигатор, улица Яковлена, 69. А, так подождите, навигатор отставить. Так вот она. Мы только что проехали. Так вы живете в этом доме. Зачем я вас вообще довожу, если вы прямо вот здесь живете? Так, стоп, стоп! Генерал там машину свою забыл. Так, здесь же вы живете. Оп! От, и вот, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Главное не врезаться, а то еще один эвакуатор нужно будет вызывать. Вика, все. На каком вы там этаже живете? Вас проводить до самой двери или... Или вы справитесь? Может, чай попьем? А... Знаете, Вика, я не буду тогда вас провожать домой, тогда вы давайте сами. Рад был познакомиться, я очень сильно рад, что с вами все в порядке, дайте руку пожму. Удачи вам. Не-не-не, извините, я на службе, никакой чай, никакой, у меня очень вкусный чай. Я не сомневаюсь, что у вас и чай вкусный, и у вас, в принципе, все очень вкусно выглядит, ну, дома я имею в виду, и пирожки. Ну, я бы сейчас не отказался бы что-то поточить, но... Ну, вы понимаете, моя девушка неправильно поймет, если я к кому-то в дом зайду на чай и на пирожки. А пирожки-то у вас, мне кажется, очень даже вкусные. А, в общем, Вика, давайте быстренько домой, она не узнает. Да, она не узнает, потому что я никуда не пойду. Возможно, как-то в следующий раз. Вы сейчас на эмоциях, у вас стресс, вы можете просто сейчас какую-то пургу вообще нести. Давайте домой, отдохните, выспитесь. Я к вам завтра заеду и... Посмотрю, хорошо ли вы себя чувствуете или нет. Давайте, Вика, спокойной вам ночи, идите. Ну ладно, спасибо большое. Все, давайте. Главное, не споткнитесь, в обморок тоже не падайте. Фух, насыщенный денек. Я это все время без штанов был? Я только сейчас вспомнил то, что я без штанов... Я-то думаю, а чё она меня на чай домой приглашает? Конечно, увидеть такого матча в одних труселях, любая чикса меня домой на чай позовет. С одной стороны смешно, с другой стороны печально. У меня реально это из башки вылетело. То есть я когда угрожал этим бандитам, этим копарям, просто представьте это со стороны. Они стоят с битами, заходит полицейский в гражданской одежде, без штанов, и просит их отпустить заложника. Я бы тоже себе по башке бы битой стукнул. Все. На этом нужно заканчивать. Я прямо сейчас сажусь в машину и прямо сейчас отправляюсь домой. А ты ставь лайкусик прямо сейчас, если хочешь видеть продолжение. Потому что в следующей серии мы забежим в первую очередь к Вике вот этой. Она реально мне кого-то напоминает. Может, она что-то скрывает? Забежим к Вике, узнаем, все ли с ней хорошо. И приступим к следующим делам, которые нам нужно выполнить уже в роли Человека-паука. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Я тебе скажу огромнейшее спасибо. Мои трусы тоже тебе скажут огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока.